Всем привет, Тегам 1. Ночные игры 18+. Черная Русь, матушка. Пойдем. Разведка вперед 50 метров. Вторая группа за ней. Не торопиться, самое главное сейчас увидеть, где у нас объекты находятся какие. Бой, не торопиться вступать. Блокпост, расстояние. Километр 100, азимут 284. Крайний ориентир поселок. Там коровник, у коровника, вот ЖДшки. Блокпост. Попробуй метки на карте поставить. А без пока... Ладно, хорошо. Ну, чисто так, чтобы все видели, все понимали. Я там сделал опечатку, но не обращайте внимания. Красный крестик. Как раз по линиям. По линиям где? Радиовышку обнаружил, КП обнаружил. Делаем. Пока точно не могу ориентировать по местности. Вот районе КП. Ага, и еще одно. И еще одно. Все внизу находится. Метки не очень точные. Собственно, все видно. Ты два КП видишь? Да, 2 КП и 1 РВ. Одну КП я сейчас переставлю. Можем дойти по лэпу до пригорков. Не дойдем, надо чуть раньше притормозить будет. Не, я сейчас примерно покажу, куда мы можем дойти. Вот до точки 1 дойти мы сможем. Я думаю, дальше нет. Будет бой, и мы не отобьемся. Думаю, мы за 100-150 метров до точки 1 остановимся. Просто, ну, все просматривается, мы на склоне будем. Идем, посмотрим. Это те самые пригорки. Предлагаю вернуться к вертолету. Так. И перелететь на берег. В район, со стороны Черногорска будем заходить. То есть перелетаем в порт и оттуда пойдем. Там тоже будет открытые там поля. Там можно хоть как-то пройти. А, как бы там дальше еще, думаю. Я напомню, мы эту точку захватывали, когда был ивент с танком и... туннелем. Мы шли с этой стороны, была полная жопа. Давай попробуем с той. И вполне себе интересно. Тут
оттуда перекинулся. Тогда мы еще были на транспорте. Картошка там осталась? Угу. Мы можем с леса, конечно, пойти, но с леса нас опять там зажмут. И к тому же там большой открытый участок, куда не пройти. Поля вокруг. Один вариант это прорваться через лес, который с юга. Второй вариант пойти через через дома. Сейчас. Два варианта. Вот какие вам больше нравятся? Справа или слева? Справа не вариант, очень много пехоты было. Очень много пехоты. Нет, со стороны Черногорска. Как минимум, потому что мы оттуда еще никогда не ходили. Будет с чем сравнить. Там бы командира подождать, чтобы на вертолет сел. Это да. Полетели, блин. А мы по маленькому не ходим. Сейчас башни пуск, пуск. Да, хомика могу его потянуть. Там могут быть блокпосты на дороге на въезде. Не сажай, сажай. Понял. Дальше опасно. Власти пока не вижу. Да, вот не вижу. На 350 до крайних домов. Первая группа пошла, вторая за ней. Первая группа, посмотрите, там есть куда залезть повыше, чтобы посмотреть. Есть. На 27 большой недострой. 27? 27. Да, стандартная недостройка. Давайте. На крови черно. Сгонять. Ну, вдвоем сгонять. А вторая? Танка там очень большой недострой, там поместится. Когда она, скорее всего, холм закрыл. Снимайте, вторая тоже туда.
эти сидим здесь. Блин, надо было мне поддержку взять, я что-то не понял. Банка из-за холма ничего не увидим, скорее всего. Ну, а смотрите справа и слева, там блокпосты и все, что увидите. Если ничего не увидите, то подвигаемся дальше к этому самому холму. Вот на холмик надо вот 100 метров подняться наверх, но что-то будет видно. Подниматься будем или не будем? Ну, подсмотри. Если она не достой, посмотрите, что видно тут с флангом. Интересует основная шоссейка и берег. Если ничего не видно, то уходите дальше на этот самый. 80 есть камешки на холме наверху. Да все видно даже. Хорошо, ладно, давайте. Сюда ничего не видно, банк. Давайте дойти. Ничего, давайте. Сверху. У моста никого, на дороге никого. Никого не видать. Со стороны шоссейки тут ничего не видно? Нет. Не просматривается ничего банка пока. Так, а с берега? С берега тоже чисто, из того, что я вижу. А давайте перемещайтесь на 34-ю высоту. Понял. Понятно, что за мир? Ну, конечно, вершина холма начинается. Да, да. Вторая группа туда же, 50 метров держитесь. На холм не поднимайтесь. Снизу с флангов смотрите. Тоже не видно, не слышно. Все тихо полностью, вообще никакого движения. На высотке видимость нулевая. Тут хотя бы чисто. Я шампуры забыл. Банка, на верхушке чисто, не видно нифига, надо еще чуть пройти. Смещаемся тогда к дороге. Поставил. Поставил точку. Понял. Примерно туда, там в районе, где удобно, осмотреть вокруг. Как только будет что-то видно, тормозите, смотрите. Потом продвигайтесь дальше. Шо? Так, группа также 50 метров. Ух ты, как красиво-то. Докладываю блокпост. Передо мной. Сейчас ориентир дам. Господи, ну в этом районе. Наблюдаю, да. Так, смотрите, там где-то техника гоняла по побережью, по шоссе.
стараться максимально как можно больше увидеть, пока не вылезаете тут. Стационарные гранатометы на вышках на блокпосту. Ты пока спокойный, но с ними надо что-то делать. Я левого вижу, могу снять. Левого все видят. И дальше за блокпостом уже идет КП буквально 200 метров. Ага, двойка, подтягивайтесь. Тоже займите позиции для атаки. Я правого вижу вроде бы. Я вижу тех, кто на дороге. Готовы церковать? На Белецкий Тарон готовы? Готов. Секунду. Готов, работает. Левый снят. Правый тоже. Шевелились там. Уничтожать. Один ушел налево за левую вышку за бетон. Не наблюдая его. Пленных положили. О, еще один. Левее к железке. С деревья не уходите. 17 азимут. Ты трон улег под вышкой. 17 азимут. Уже забрали вроде, нет? Вторая группа левее и к железке. Задеевы, не уходите только. На открытую железку не рекомендую выходить. КП простреливает железку. Слева? Нет, нет. Вдоль железки, если смотреть. Вот, железку обстреливают. Могут обстрелять с КП. Ой, там колесная техника за блокпостом возле... КП стоит, не знаю, что это. БТР какой-то. Да, КП мы можем порвать. Ой, да блокпоста точнее. Подойти да. Можем, да. Незаметно. БТРчик от нас 350 метров. Наблюдаю его. А кто там с БТР? Итерон, ты можешь работать? Ой, Итерон, кто там? Тоха, да? Это командирский этот БТРчик с пулеметом, просто можно ближе подойти, он не настолько опасен, у него нет основного оружия. Хорошо, задача занять блокпост. Понял. Учтите, что слева на блокпосте за ним может оставаться один пех. Мы сейчас ставим, что здесь прикрываем. Ребят, заходите тогда по деревьям с правой стороны. Можно вести огонь по стационарам напротив. КП уже? Нет, там какой-то блокпост, либо КП тоже. А какой? С какой стороны? Спас для... Ну вот 28 азимут. Будет от КП немножко правее на градусов 10. На нас развернулся. Развернулся на нас. Валите нафиг все. Снял. Где дальше закрепиться на блокпосту? Там статик, я не знаю. С КП статик работал. Забрал стрелка. Это был вот. Тот, который я говорил. Надо справа еще посмотреть так же. Тоха, кто есть справа? КП ставился статик. Справа я не вижу, Аглорон, у тебя. По командиру огонь ведут. Стрелка на командирской снял. Снял стрелка, который сейчас работает. 17-й азимут, пехотинец отходит.
А можете отработать КП? Там куча статиков. Ну, я имею в виду из этих со статиков. На 100 хопа. Девятнадцатый азимут с левого фланга выходит. Спасибо, Агларон лож... Агларон. Итарон, ляг тут. Я закрыл окна. Отлично. Меня где-то с 15-го кроют, я не... могу... Это второе правое КП. С него идет огонь. Там бункеры мешковые на нас развернуты, поэтому с них идут огонь. Дальше машинка стояла, вроде тоже с ней стрелка снял. Вы 16 можете огонь с блокпоста вести? Можем, просто не можем сесть за стационар, как обычно. Тогда вещи огонь так. Сейчас ведем. Подтягивайся сюда. Надо порваться до блокпоста быстрее. А, нет, не подтягивайся. Дальше в леске. На командирке и водителя выбил. Бьет азимут 67 справа от правого КП, за ним. Ой, машина в камбе на 70. Подъезжает уже к нам тут что-то. Это уже не хамби, это херь какая-то. Минус. А вот это хамби. Его вулкан. Снял с ДВК. Спасибо. Ты издалека. Азимут 57. Командир упал, попробуйте поднять. У него ГПшник накрыл. Опасно к нему подходить. Задымлен. Противник очень близко, у меня. Вижу, на 153 бегает. Агларон, азимут 153, оттуда нас убивают. Сейчас поможем. Отделение целое бежит, обходит справа нас по железке, даже дальше, за железкой. Сейчас они выйдут. Угу. Блин, не могу я к Тохе пробежать, меня кроют уже. Я последний медик остался, Горун отстреливай их. Пытаюсь.
О, много их. Блин, они пчелочку уже простреливают. Ах, я в текстурах застрял, твою мать! Тихо. Они под нами. Круто. Соседняя вышка, забрался на нее стрелок. Убрал его. Угу. Арма вылетела. Снайпер в гости пришел. Сейчас отдымится, а то не вижу ничего. Под нами. Вижу, ноги пробежали на дороге он. Забрал? Да. На железке еще бьют. И слева кричат. Слева сейчас подойдет. Крадется. Опять от вышки. Ты там люк открыл, что ли, блин? Наоборот, я его закрыл. Опять под нами. Где-то подловись. 200 подходит азимут. Одного минусанул. Еще там бегает, тут 300. Еще один минус. Стой. Двое минус. Наш раш от 300 двоих. Ёх где? Ты. Это они?
они. Да не, они еще. Еще минус. Блин, еще под нами бегает. Блин, набуха. Метки прям в щель набрасывает. В гнездо, то есть. Да, простреливается это дерьмо. На меня двое лазит. Сейчас я высажусь, почищу. Да и... И Таран, сориентируй, где они, помимо того, что под вами. Как, если как мы шли, то справа, правее, а за железной дорогой. Угу. И один под вышкой, который тебя убили. А, справа, 265, сейчас уберу его. Да еб... Я одного убираю, меня второй убивает. Я забрал его, Агварон, который на железке, да, бежал? Да-да-да. Минус. Еще минимум двое там. Не вылазь. Меня близко. Пойдет. Что это? Я тут одного ранил, он, видимо, заминировался. Под вами вижу одного, но я имею в виду соседний. Его забрали, что ли? Ну, на 155 от нас бегал, забрал его. Который только что был у вас, под соседней вышкой. Нет. Нет, нет. Вот он стреляет по нам. Походу уже под вашей, что ли? Вижу, вижу его. Сука, сука, сука! Так, один остался под вышкой. Второго не... Ага. Сбежал за бетонный этот. О, а это ты, все. Остался живой. По два.
Забрал. Угу. Сзади был уёба. Сейчас я медика притяну, потом остальных. Это еще. Минус пулеметчик. Подымить тебе или нет? Не-не-не. Ларон пусть лицом поторгует просто. Я смотрю, смотрю. Я смотрю в сторону КП, правда, не в сторону, откуда ты идешь. Поднимай. Стороны КП, нет, стороны КП по Агларону. Нет, по вам бьет, меня не видит, я вставал только, присаживался только что. Три два два был, убил его. Снайпер, да? Так, и перезаряжай себе, тут совсем пустой. Почему ты не прикрутил функцию нести? Не хватает. Чтобы а падали удобно, старались, учили, б чтобы не злоупотребляли. Если я вот сейчас вот иду за дальним, я его буду тащить, соответственно, буду постоянно подставлять. Я 20 раз подумаю, идти ли туда, на самом деле. Нет, я все равно туда пойду, но я хотя бы оглядываться буду. Мне не дают к нему пройти. Это ближе к КП, мне кажется. Так, чувака с пушкой нашел, это, с гранатометом. Банка, принимай команду, пока тащу. Гремич, бегом, не обелязь как-то. Понял. Остальные также. Поднимите сразу все на блокпост. Бросай. Дымы еще есть. Собирайте дымы обязательно. Так, главам, что за машина, ты видишь? Так Хамви катается он с выбитым этим. Тут стрелком. Ты. Там за КП тоже что-то стоит, как будто стрелка выбил. Все на блокпост сразу. По крыше двухэтажки там гуляют. Блядский вкашет походу. Ты
Тут еще ПТ-шка есть, кому нужно. Я полный. И не могут у нас ПТ, да? Медики нет. Собираемся все на КП. Так, какую технику еще видно? Я видел там ПВОшный какой-то хамби и обычный на самом деле. Да. И стоит БТР с выбитым командирским пулеметом. Можно сжечь его, потому что там водитель. Можно оставить. Подразряд нашел над кому? Можно выбить ему колеса, тут статики есть. Давай, на колеса. Сколько там дистанция? 300 метров от тебя. Вру. 220 метров от тебя. Добить его? Тут есть да, что-то? Стоит, да пофиг. Садится еще. Тут еще одна. Поливать их можно? Достать их. Так, давайте первая двойка. Штурмуйте на КП. Бегом. Остальные прикрывают. До ближайшего, ну, забора. Справа контакт. На дороге. А вот это то, что стоит под КП. Непонятная техника. Это выдал что стрелка. Такое? Это я не могу разглядеть. Если есть дым, пускай. Но это лавка какая-то. Это лавка, да. По мне с КП ближайший. КП верхний этаж сам. Ну. Так, мы добежали. Да. Пехота со второго КП подходит. С левой стороны посмотрите, там выход паркует. Это лапка работает. Она за КП находится. Видишь, выстреливай все. Вторая, третья двойка. Сейчас идем. Вторая. Бегом, правее бейте, только на вот я. Нам ГП работает или это свои? Свои ГП работают. Близко как-то свои ГП работают. Юнич, палатку попробуй попасть. По какой, которая слева? Справа не видно деревья, слева она без стрелка. Слева стрелок стоит. В поле прям, блин, азимут 2. Любич, выстреливай все и пошли. Вторая двойка, быстрее добирайтесь. Там. Спасибо. Там справа один пулеметчик в траве сидит просто. Гривнич, выстреливай, все, пошли. Я последний кассет добиваю. Я нашел технику работы по ней. Слева, вторая, двойки, занимайте КП. Гривнич, бросай, все, пошли. Валить отсюда. Ух, красиво, двоих. Это от Тохи у меня отрикошетил, от его компола. И правее дал где. Подтащил.
Спасибо. Справа. Ланка, нас техника наводит. Водители сидят и в технике наводят. Стоит нам выйти тут же. Уничтожай тогда все нахрен. Сжигай нафиг. Так, всех подняли, да? Угу. Так, есть ли один вариант попробовать забежать? Боже, меня угнорят! Это не меня, это банк. Где он? Вверх, вверх. Он на стене. Красавчик. Сука, не арма. Руки. Еще на второй площадке. Угу. Прикрой. Гранату на вторую площадку. Это я забежал внутрь. Есть дырка, вот где я стоял. За поворотом. Только надо очень резко забегать. Я внутри. Давайте, да у меня есть. Чисто. Кстати, ему-то 15, так вот Тох проходил, ему в спину настреливали, надо посмотреть. Рывком. Сзади, обелески сзади посмотреть, там могут стрелять. Надо рывком перейти ко мне, всем. Давайте, раз. По одному. Так, ворон перешел. Давайте, в следующий. Раз. Молодцы. Ёпы, вы танк видели? Раз. Неважно. Следующий. Давай, обелиски назад, давай. Первая площадка на лестнице, вторая площадка и на первом этаже прям. Чистите КП пока. Я пока дырку держу, чтоб вы добежали. Вы идете? Нет? Кто там остался? На Белеске там застыл. Со второй площадки черпушило стреляет. Сразу за угол ныряй, тут дырка через пару сек. Да-да-да, оп, все. Текстурщики хуевые, блин. А, он разменялся с ним. Блять, кто-то снизу. Блин, откуда? Живу. В бункере большом есть кто зеленый? Это со второго КП. Поздно. Забрал. Сейчас. Не хочу. Да-да-да, сейчас. Надо понять, что их ёбнуло. Ну, командире, чисто ты чё творишь-то, бля? Ты чё творишь-то? Какой мне всё... Извини. Эку. Кстати, забирайте первого. Иди, Май. Я же дырку чёрт шумит. Ты выходил медленно, как бот, понимаешь? Форму не различаю я по повадкам. Я же дырку. С молоду. Вот уже черепочек. Нормально. Симулянт. Нет. Ух ты, блец. Ну, блядь, давайте дочистим полностью КП по вот всю. Соседнюю. Ну, соседнюю не вылазим пока. Зачистим эту территорию сначала. У нас в тылу никого не было. Он нас близко под стенами.
Все чисто, да? Не-не-не. Все очень плохо. Оп. Так, я на крайне правом КП, аккуратней. Со стороны леса стреляют. Надо мне успеть. Хотя не только. Первый ярус чисто, ребята. На КП. Лавка бьет, четвертый азимут, второй КП. Так, на вышку кто-то забирался, чистил? Я зачистил первый этаж, чищу второй. Давай. Только у тебя ПТ еще остались? Нет. Нет, да? Да, нет. Обычно тебе, ребят, ПТ-шки тут внизу народ. КП ложный. Банк услышал? Есть там ложный. ПВО? Ну, я еще чищу до верха. Надо лапу снять, только... Чересчур, я залезаю на вышки маленькие, она дублит меня, мол, не горит. КП чистая, ПТшников тут нет, ребят. Есть выстрелы к РПГ. Оп. Там сзади 300 лежит у нас стрончик. Так, РПГ 7 нашел. Контакт идет с маячка, с этого. С попробую спуститься сейчас, медики ловите меня. Ох. Азимут, скажите мне на... Стрелка? Злую. Стрелка? Ну, на технику. Машинку выбил кто-то. Стрелок 60 на вышке. Один понял. Лежит прямо на входе во второй КП. Лечит глава во второй. Да, можно я проскочу? Естественно. Спасибо большое. Попал я по лапке? Да, выбит. Да, я выбил. Повезло. Он меня за секунду до убило. Точнее после. Даже меньше. Спасибо. Так, отдаляйте блокпосты ближайшие. Медика убили. Стащите его с той вышки, я не хочу туда залазить. Да. Сейчас попробуем прорваться ко второму КП. Итон, иди сюда вниз, да. Забрал того, кто забирался. Что еще работает издалека? Танчик работает. Танчик есть? Азимут на Абрамс танчик. Был. Вот 70-90 смотреть. Я его уже потерял с виду. Где-то на 70, да? Да. Видел я его за радиовышкой. Он там сместился где-то между зданиями и кустами катается. Я его не вижу отсюда. Смотрите, стрелки стоят Азиму 37 за вторым КП, они зелененькие, их еле видно. Такой прицел хороший, может поработать. Сейчас я на них поднимусь, пострелю. Танк, первое рыжее дерево.
эти ВЗРК один. Внимание, банка, блять. Справа от радиовышки ориентир, оранжевое дерево первое. За ним танк стоит. Его не видно, он нас видит. До танка 329 метров. Ориентир по вспышке. То труп. Кого ты стреляешь, то труп. Танк, я вижу каток. Это я не тебе, это кто там? Да как так-то, ёпта? Я пока ничего не брал. Возьми РПГ второе. Я взял, который РПГ внутри КТКП было. Тут на вышке в ладье вражеская пехота. Благодарю. Забрал сзади группу, которая работала. Можно еще раз по танку ориентир? Танк азимут 70. Под дальним оранжевым деревом. Смотри, даю. Вижу. Нет, там не танк. Там. Это не танк, это отставить. Это с этим миниганом, который был, блин. Хамви, это не танк, он обезвреженный. Еще давно. Он работает по мне. Какого хера он обезвреженный? Он вообще стволом не туда водит. Вы танк перепутали. Вот это что работает? Это не он, это танк. Сверху хреначит, с леса выше. На кромке леса над. Да-да-да, там какой-то танк. Кажется, Абрамс. Азимут 82 на кромке леса наверху. Коричневый, его еле вижу. Вижу его. 500 метров до него. Сейчас по вспышке будет. Попадание. Расстояние еще раз, какое? 500 с лишним? Ровно 500. 500, понял. Есть три попадания. Еще там были эти выстрелы? Да. А? Четвертое. Опа, уже бросил дымы. Значит, они вышли чиниться. Он сейчас на подавление работает. Надо добивать туда больше. Больше накидывать. Пытаемся. Сейчас. Он сейчас быстро починится. Чё это за ракеты летят? С азимута 60 какая-то херня летит. Куда а, это ПТшник. ПТшник ебашит по нашим с ракетой, ну нихера себе. Нихера себе, ПТшник ёбнул банку на статике ракетой. Я его забрал там. Чё, серьёзно? Да. Видел, как эта ракета прилетела. Танк работает по мне, пока не могу высунуть. Дымов не вижу. А, так он технику убил, он меня убил. Там сейчас еще будет выходить. Сколько ему надо? На самом деле ему только краску портим. Если повезет, в гусеницу попасть. Уезжает. Не попадешь. Попал по попке. Похер. Может он уедет? А это тот, который, этот Абрамс для тусковый, короче, туск один. Не, стабилен все еще. Мы его отвлекаем на себя, ребята, перебегайте.
Ну, а Гларон прибежал. Я переполз. А чё, я живой? А я думаю, я валяю. У меня ещё дымов много. Да. Я пустой. Я аналогично. Пустой. У меня подо мной враг, аккуратней. Ставьте дымы и делаем рывок, это все, что можем. Там еще один снаряд есть, попробуй. Стой, стой, назад, назад, назад. Неплохо. Летело. Тёха, а я могу эти дымы заказать, да? Там есть даже обстрел дымовыми. Ракету. Давай попробую сейчас. Нормально, пока он на тебя отвлекся. Давай я тебя полечу. Ну нет, нет, нет. Давай. И Тарон, если хочешь пробежать, пускай кого-то бежал. Он перескочил, блядь, с айгаком, блядь. Может дать ему в руки это, два подрывных заряда, он сбегает до танка, поставит просто. Лучше уж подвышку сразу, время. Кстати, да, время. Уже старт для этого дерьма. Все вы так говорите. Я вот хожу спокойно, спасибо. По мне не стреляют, блядь. Они бегают, блядь, лосями, их убивают, ломаная, блядь. Блин. Он меня ведет. Тут чисто. Да, думаю, конечно, так. Неудачно упал. Первый раз чист. Второй чист. Залетел наверх. Первый этаж чист. Второй этаж чист. Могу нажимать. Тут еще РПГшки внутри лежат. Продолжим забаву? Да, надо за РПГшками сбегать. Сейчас я вверх зачищу до конца. Минус 4. Еще живой один. Слушай, почти по там попал, да. Нет, меня выкинул. Дымовые, да, вызвал? Или арту? Нет, и то, и другое. Надо бы ракетку вызвать, наверное. А ракетный удар у тебя есть? 4 очка? Танк на нас пошел. Ох, ребята, сейчас будет, по-моему, боль и унижение. У нас есть этот самый, еще РПГ? Да, я сейчас несу трубу, и на втором этаже еще боеприпасы. Есть лучи, вы... И ВР-ки. Тандемы. Тандемы, наверное, я хер попаду отсюда. Причем без ПГО это будет вообще просто кайф. Тандемным умножь на 2 расстояния, которое тебе кажется верным. Или на 1,8. А если не и, кажется? Маля, я так стар... Сейчас попробую его в обычном кальмуле... Блин, а где она? Труба выпала. Собирайте все дымы, ломим до вышки. Будем пытаться отжать. Ну, как это, как получится. Сейчас задача прорваться до вышки. Будет это просто к вышке прорваться. Сейчас танк развернутый в сторону леса, на север. Ему пофиг на нас.
Главное дыма найти побольше. Наверху поднимитесь, там дымы есть, второй этаж. Да? Да. Okay, набираем все дымы и дымим, короче, до вышки. Наша задача вышку захватить. А танк это так. Нет, танк я не предлагаю, там просто был с миниганом, с вулканом. Хаммер. Нет дымов на вышке, только... Ну я уже прокидал, спускайтесь, бегите. У кого-то есть подстрелник? Уже бежите, там много дыма не нужно. Времени, пошли тогда, остальные, как хотите, можете отбивать танк. Если... Зарядов хватает у вас? У меня еще один. Две штуки. Плюс, ну у вас значит три. Должно хватить. Давайте ломим все на вышку. До вышки дойдите, скажите мне. Вот слева, справа нету входа. Либо слева, либо на той стороне. Вы дошли до входа? Я могу уже вести огонь по танку? Справа есть вход нормально, можно... Грюнич, я сзади тебя глянь, посмотри, не ранен? Хожу справа. Нет, чистенько. Угу. Вход и справа, и слева есть. Перегруз. Стационар и слева. Минус. Пойдите направо. Направо, тут чисто. На слесарь сброса. Слесарь кроет, там этот блокпост. Азимут, азимут. Азимут 2. Вижу. Пехота, а ты от пехоты за блокпостом. Дистанция, скажи до него. Дистанция, скажу. Примерно метров 300. Чуть-чуть ближе. Троих подавил. Работаю по танку. Стрел так. Он глупая в нас. Отходим. Так. Нервуем вышку. Кого я сделал? Ну что такое-то? Я две уже кинул туда. Две кинул, тоже да, оставлю. Ну. Ступаем на КП. Ну уж, мышь. На дальний КП отступаем. Что-то Гварон повис. Угу, есть мальца. Что-то все подвисло и все. Взрывайте там случай. Ты подрываем. Раз, два, три. Е-е-е. Целых 20 минут, а вы подрываете их, вы.